Королевстве древний бог кровневинных пролил, король атомный вместе последних героев сплотил. Добро пожаловать в надежду Феникса. In a kingdom far away, where God has people slain, King Atomy is leading the way for the evil to be chained. Welcome to Phoenix Hope. And their hope is rising. Да, наша надежда растет. Потому что какой-нибудь демон точно сейчас умрет. More farmers, больше фермеров. We have two more people, у нас еще два человечка есть. So, can we produce more archers? Можно еще лучников произвести? Not enough food, не хватает еды. So, what's with the food? Что с едой? Plus 52 in surplus. Все еще пока в плюсе. Как и все. Okay, another archer. И еще один лучник. Archer заказан. That's the maximum amount. Что тут максимально? Yeah. Four archers. Четыре лучника. No free people. У нас нету свободных людей. So that's the best. 45 iron wall. Укрепленная железная стена. Вот такая вот ерунда. Repair all. Улучшаем все. Now we can train heroes. Теперь героев можем даже тренировать. Вашу мать, блин, вашу мать. Okay, so... Do we need that? Нужно ли это? No, we need more farm. На самом деле больше фермы нужно. Research complete. Исследование завершено. Better farm. Еще лучше ферму произведу. Вот что я вам скажу. So that would be a better farm in order us to better arm. Okay. Нормально, да. Another where we can build more houses. Где еще домик произвести? Okay. Here we go. Вот тут пошли. They talked something, они что-то успели сказать. Okay, this repair. Вот это отремонтировать. And one more. Okay, two more archers. Два лучника туда. No free archers. Same, yeah. И свободных лучников нет, нифига. Actually, we can construct another tower at the back. Вообще-то можно еще одну башню позади сделать. And they will fire more the longer distance than those archers beneath. И все равно лучники будут стрелять на дистанцию лучше, чем эти самые, ну, стационарные лучники. Вернее, не стационарные, мобильные лучники. The only thing here what is better than in the Kingdom to Crowns is the squad management. Единственное, что в этой игре реально лучше, чем в Королевстве Две Короны, так это управление отрядами. So, is that maximum we can have? Это же максимум у нас уже возможно, да? We can... Yeah, that's the maximum amount of caves we open. Максимальное количество пещер, которые мы открыли. How much time till return? Okay, today they will return. Сегодня вернутся. What's with research? Что с исследованием? А, 600 душ. Okay, we don't need now to...
hide our town. Нам не нужно теперь прятать наш городок. But the beginning was really hard. Но начало вообще было жестким. Настолько, насколько это возможно было жестким. Upgrade the house, вот этот домик улучшаем. We have the instruments, у нас есть инструменты. Oh, can we build more of this? Можно еще вот этих сделать. Just in case, просто на всякий случай. Очень сбудам, что с броней. Okay, like that. Ну вот так вот сделаем. Nobody to heal, никого лечить не нужно. Okay, took this, did вот такие, and one more this, вот так вот. We need a better farm, нужна лучшая ферма. Because now we feeling shortage of food, потому что теперь я ощущаю нехватку еды. Ты на это посмотри. House will be completed, домик мы завершим. Actually, I want to disassemble this. Я хочу вот это разобрать and like to make it here. И вот тут вот произвести. Вашу мать. We have plenty of wood. Дерево у нас полным-полно. Что ж, нашим ребятам нужно еще. That's better right here. Да, лучше вот так вот иметь это все. And we upgrade for more. Можно ли еще улучшиться? No, by the way, I cannot upgrade this laboratory. Кстати, эту лабораторию тоже я не улучшу никак. And like this is no point to going back to fire, cause if we are letting this building here, it, the building would be destroyed at night. Если мы эти здания оставим вот так стоять, то они уничтожаются ночью, поэтому нету смысла уходить к костру. Я не понимаю, зачем это нужно. I don't understand what we need, why we need to return back to the camp. Can someone explain? Может ли кто-то мне объяснить? Эту тонкую нить. Okay, woodcutters, лесорубы, 50 stone, 50 камня нужны. Ничего себе. Yeah, I want put this right here, вот это я здесь хочу сделать, and all the training areas right there, и вот тут вот тренировочные палатки. Would be better, потом будет так получше даже. Three people, три человека. Okay, can we train two more spearmen, два копейщика. One archer, и что, еще одного лучника можно сделать. We can... Окей, okay, upgrade this, вот это улучшаем. Maybe one more farmer, может еще одного фермера. Окей, okay, we now completed the task. Мы закончили задание. Do we need any research? Нужно ли нам какое-то исследование? Looks like no, похоже нет. So what we need, что нам нужно? Let's dig up the crystal, выкапываем кристалл. Everything here mine, тут вообще все уже выкопали, что можно.
Свободные поселенцы. Угу. One free scientist, один свободный ученый. So there is two free scientists. Там два свободных ученых. We'll have a lot of research points. Множество исследовательских очков удастся. For 7 days, за 7 дня. Actually, this is the best way to go. Вообще-то лучше всего вот сюда идти. Oh, we need to go with this. Нам нужно это. 100 food, 100 еды. But that's worth it. Но это стоит того. If you ask me, that worth it. Вот тут та штука стоит того. Better house, лучший дом. Six here, 6 с этой стороны. And 4 from this side. И пусть 4 будет с этой стороны. We have one free man, один свободный человек. He will go to our farm. Он пойдет на нашу ферму. Can we now construct this stuff? Можно ли вот это построить? Okay, we did not dig the crystal. Мы еще кристалл не выкопали. Okay. So, итак. Farm should be upgraded. Скоро ферма будет улучшена. And the house also. И домик тоже. Well, the enemies could not go through. Враги не пройдут. We have okay, so we are almost full on population. Почти полностью население заполнили. Знаешь, кого-нибудь из рабочих сюда, чтобы изменить их место. I don't understand why we need this. Я не понимаю даже, зачем нам это. All the people are occupied with something. Все люди чем-то заняты. Oh yes, да. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 91, плюс 91 еды. Yeah, we are holding pretty easily. Достаточно легко держимся. Three archers, три лучника. Research complete. Закончено исследование. Do we need actually do that faster? Нужно ли нам это больше делать? Increasing the attack. Увеличим атаку, so that's 30%. Так, 30% урона. 81 people we can house. 81 человек у нас теперь может жить. That's plenty. Это достаточно. What's with the wood? Cutters. Что у нас с лесорубами? That's 57. Ну, камня 50-то хватает. Why cannot put it here? Почему мы не можем его здесь расположить? Oh, because... Потому что... How did I... А как это произошло? We lost every... Мы всех потеряли. Oh, like how that happened? А как это произошло? So delete this, тогда удаляем этот. I did not understand how that happened. Я еще не понял, как это произошло. You know what? We need a night rest. Нам нужен на ночь отдых. So, starting this, вот это начинаем. Окей, ясно.
Repair everything, все ремонтируем. Research team, исследователи. Do we have enough stuff? Хватает ли нам ресурсов? Okay, that is gone away. То ушло. No, we don't need wood. Дерево нам вообще не нужно. Five days, 5 дней. Okay, have it here. Вот это берем. Go. We need one spearman. Нужен один копейщик. Then I can give one. Один могу отдать. Back to map. Назад на карту. Send. Отправили. So that would be more people. Это будет больше людей. We need more people. Нам нужно больше людей. Upgrading this. Вот это улучшаем. More attack. Больше атаки. That 400. So that would be 40%. Do we mine more? А мы еще копаем? I don't know, не знаю даже. Restore this, вот это все восстановить. That restore, это восстановлено. Three archers, три лучника. What's with the armor? Что у нас с броней? We only need people, нам только люди нужны. Majority of people we can have. Максимум людей, которые только можно иметь. Few of this, вот этих парочку. Максимум food, максимум еды. Upgrade this. Давайте еще улучшаем. So, what's with the stone? Что у нас с камнем? Crystal is still not mine. Кристалл у нас все еще не раскопан. Okay, so they collecting the stone there. Еще собирают камень. This night is calm. Эта ночь у нас спокойная. We need restore the people. Нужно восстановить людей. Вот research, что с исследованиями. We lost one side. Как-то одну сторону взяли и потеряли, вообще не понял как. But we can restore, но мы можем восстановиться. Okay, so going here, сюда пошли. Four men, 4 человека. Okay, that's maximum we can have. Это максимум. We need for heroes. Нужно для героев что-то. Can we train? Можем train? No, no people. Нету людей. They will give like in 5 days 3 people. Эти через 5 дней принесут нам 3 человека дополнительно. And we are having 3 people every day. По 3 человека у нас каждый день. We need at least 2 pikemans. По крайней мере 2 копейщика нужно будет. Where is group 2? Где у нас группа 2? You know, group 2 let be with group 1. Пусть группа 2 будет с группой 1. Так, here we go. Вот так вот. Group 3. Группа 3. Move to that side. Переходим на эту сторону. Oh, so group 2 is pikemans. Группа 2 это у нас копейщики.
Yeah, they need to be there. Нет, они должны быть вот там вот. But we can have one here. Одного отсюда уберем. And put at least one on that side. И один, по крайней мере, на ту сторону поставим. No people, нету людей. Train more of this armor, больше вот этой брони. Окей, нормально. Бейфор плюс 4 лука будет. Максимум amount of farmers, максимальное количество фермеров у нас. Улучшенная стена. We need to do the similar stuff here. Тут надо на самом деле подобную штуку сделать. Research complete, исследование закончено. That would be plus 45 damage, плюс 45% урона. And и new people is going to our village. Вот новые люди приходят к нашим деревеньке. Yeah, there is everybody here. Там у нас все собрались. Теперь no people, нету людей. What's with the souls? Что у нас с количеством душ? Plenty, достаточно. One side is really weak. Одна сторона у нас реально ослаблена. Upgrade this, улучшаем. No, ну есть люди. Окей, я. Two men, два человека. One more needed. Еще один должен прийти. Like there are three people in day arriving. Три ж человека в день приходят к нам. Food. 200 еды. I doubt we need that. Сомневаюсь, что нам это нужно. And what we need actually? Okay, knights. Рыцари. No, I don't have knights. Нет, у меня рыцарей нет. Is the this mine that это выкопано или нет? How for, how many time it would mine? Сколько оно будет еще копать? Research complete, исследование завершено. 500. Okay, let it be 50%, 50% атака. So it would be not today. Сегодня не будет этого, но. Lack of people, реально не хватает людей. More archers, и быстрее сюда еще лучников. Upgrade this to stone, давайте в камень улучшаем. There's only two pikemen, тут только два копейщика. That's a small amount, да, достать. Демоны уже рядом, so demons are near. Six, здесь шесть.
4, 4. Can we give one more here? Можно ли еще один сюда? Отправить, да. Firing from the long range. Достаточно большого расстояния сражается. Let's go. Как все происходит? But there is no portals in the vicinity. Хорошо, что порталов рядом нету. Slightly damaged wall, слегка поврежденная стена. One. Okay. Better wall, еще лучше стену делаем. The people would arrive in many days, да. And next episode. В следующем эпизоде еще придут ребята к нам. What's the research? Что с исследованием? Okay, so that's 45%, 45%. Is 50 max? А 50 это максимально? No, there is no limitation. Нет, нет ограничений. Repair everything, все ремонтируем. О, портал Райни, вообще портал рядом появился. Like in our doorsteps, вообще прямо возле дверей. Slightly damaged wall, слегка поврежденности. Well, that could be... Оу! Oh, crap, да твою ж мать! Group 2 ready to move, группа 2 готова. Barely, едва выжили. So demons attack now much greater. Атаки демонические стали намного сильнее. 6-3-2-6-3-2. Окей. 3 spears, 3 копья нужно. 6 more of this, больше вот этих. 1-2. And one more spear. Еще одно копье. So there would be two more men. Еще два человека будет. We need research more men. Нужно сейчас будет исследовать больше людей. 1200. We have scarce of people. Нам не хватает людей. That's the main problem. Это основная проблема. Plus 5%. Плюс 5% защиты. Maybe that's a nice decision. Возможно, хорошее решение. Upgrade wall. Улучшаем стену. И we also need to upgrade. Тут тоже нужно улучшаться. Максимальное количество. Still did not destroy the crystal. Все еще не уничтожили кристалл. So I cannot construct this, поэтому я не могу. Research, исследование completed, завершено. Plus 5% health, плюс 5% здоровья. That's increased damage, wound увеличен. Now, what we need? Что нам нужно? Нам, we need more archers. Нужно сейчас лучников подготовить. Okay, and one pikeman. И тогда один копейщик еще. Yeah, the, they will arrive in a few more days. Еще через несколько дней прибудут ребята. What's with this? Что с лабораторией?
Окей, can we, like, I order this? Сможем ли мы это заказать? I hope yes. Надеюсь, да. Hope the answer is yes. Надеюсь, да. Because we need to, like, do everything maximum that we can. Что нам нужно сейчас будет прям максимум сделать всего. That's the maximum wall. Это же максимальные стены. Yeah. Да. So we can only increase amount of people. Только количество людей можем увеличить. 5 здесь. Еще копеечек с этой стороны. No, we need on that side. Нам нужно на эту сторону. Increase, увеличим число. We will have plus 3 next day. Еще плюс 3 будет следующий день. So can we skip? Можем ли пропустить? Maybe not. Возможно, нет, не можем мы сегодня пропустить. Maybe not this night. Возможно, не эту ночь. Чем невозможно помочь? А матч вообще сколько здесь лучников? 5. This is like more heavy. Вот тут вот сложнее все происходит. Research complete, готово исследование. Give me one more man. Еще одного человека давайте. What's with the souls? Что с душами? Okay, ready, мы готовы. Half a night, еще полночи ждать. So we need to hold somehow. Потом нужно как-то держаться, да. Yeah, this side experience much more heavier attack. Здесь более сложные атаки с этой стороны возникают. Birds destroyed first. Первыми убивают птичек. That's heavy. Все очень сложно. It's really far away. Враги реально далеко. Вот отсюда он майнит. Что с шахтами? There's plenty of resources. Ресурсов полно. Oh, miners are like dancing beneath. Шахтеры потихоньку внизу танцуют. Can we survive this? Можем ли это выжить? Repair? Ремонт? This is not that bad, really, right now. Пока все не так плохо. Well, that looks bad. Вот это уже выглядит хуже. But because they are in a distance, we will have time. Но поскольку они на расстоянии, у нас будет время. The most heavy situation if they are close. Самая сложная ситуация, если они вообще впритык появляются. Okay, this needs repair, вот это ремонт. Now only heavy remain, остались только тяжелые. They will be destroyed, они будут уничтожены. Yeah, now the task like is pretty simple. Теперь задача просто проста. Нам нужно держаться и... Окей, в лесу растет огромное дерево, а на его вершине все драгоценные камни. Вы должны срубить это дерево. What this is? А что это такое? We have two scientists. Нам нужно два ученых туда отправить.
big tree, какое-то огромное дерево. I guess that's for crystal. Я думаю, это для кристалла. So that's like the crystals thing. Да, насчет кристалла у нас получается вся фигня будет. Так, да. How many men? Сколько у нас людей? Zero, ноль. What the research? Что с исследованиями? We actually can have one scientist here. Здесь вообще-то достаточно и одного ученого для этого. What's with weekends? Что с разведчиками? Give me one more man. Еще одного человека дайте. So we can complete few tasks, чтобы мы могли несколько задач выполнять одновременно. Get the scientists back. Ученый пока назад вернется. So research would be done. Исследование будет закончено. Skip. Пропускаем. Skip this night. Да, эту ночь мы пропускаем. Okay, see you later. Увидимся в следующий раз. See you later, alligators. Увидимся в следующий раз, братва. Будет нам сказочная пора.